Опера «Травиата» — это одна из самых знаменитых опер. Верди — это гений, невероятный, вне конкуренции абсолютный. Возможно, самая исполняемая опера вообще в репертуаре мира, неважно где. Мы старались сделать максимально условный спектакль, а история и музыка, безусловно, на все времена. Она всегда современна, как любая великая классика. «Травиата» — максимально жизненная опера, потому что в этой опере мы можем увидеть любовь, ревность, страдания обоих героев, и мы можем увидеть самое страшное — потерю близкого человека. Эта опера в первую очередь эмоции. Романтическая история — это всего лишь внешний ряд. А по поводу чего это романтическая история? По поводу чего мы должны размышлять сегодня? Мы должны размышлять сегодня о том, что человек, не король вселенной, что ничему-то он не властен. А единственное, что он может сделать, это задуматься о своей душе, о своих, если хотите, грехах. Думаю, что мы ничего не изменили, мы просто трактовали, иначе якобы все уже случилось. Виолетта уже умерла. Получается так, что Альфредо — это единственный живой человек, который якобы переживет всю эту историю, еще раз чувствует на себя все эмоции с самого начала, когда он влюбился в Виолетту, до самого конца. Виолетта — это моя любовь на всю жизнь. Мой папа привел меня в театр первый раз, когда мне было 5, кажется, лет. И первая опера — это была «Травиата». Я влюбилась во все: в костюмы, в декорации, в певиц, в певцов. С тех пор я влюбилась в театр, и я бы очень хотела молодым ребятам дать, может быть, возможность помечтать, и, может быть, даже в будущем, может быть, стать тоже артистами, чтобы они посмотрели на нас, вдохновились и стали чаще приходить в театр.